إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد سمت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله وسفيه وحبيبه من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الداعي الى الخير والرشاد الذي سن لأمة طريق الفلاح وبين لها سبل النجاح وأوضح لها معان التهاب وعلى آله وصفوة الأصحاب أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بالتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعليكم بالعمل بشريعته والاستنان بسنه نبيه صلى الله عليه وسلم واعلموا ان الله عز وجل يقول في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم. والله Всевышнему الله который создал этот мир и установил определенные законы мироздания. Мир и благословение его посланнику, пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, который был неспослан как милость для миров. Во всей вселенной царит порядок, и все в ней упорядочено. Солнце восходит на востоке и заходит на западе. День сменяется ночью. В году 12 месяцев. Земля вращается вокруг своей оси за 24 часа. И все процессы в этом мире протекают во времени. Время ⁇ это один из величайших даров Всевышнего Аллаха. При этом время и совершение праведных дел неразрывно связаны между собой, на что Всевышний Аллах указал в священном Коране, сказав Ассайзу Вилля, Уаля Асар, Инна Линсана лафи хуср Илля Ледина Аману, Уамилю Сали Хати Уатаваса Убиль Хакки, Уатаваса Убиль Сабар, Садак Аллаху Лазим. Клянусь временем, предвечерней молитвы Аллаасар. Ибо человек непременно потерпит убыток, кроме тех, которые уверовали, совершали праведные дела, побуждали друг друга к истине и побуждали друг друга к терпению. Великий ученый имам Ашафии Аш говорил следующее. Если бы люди глубоко Поразмыслили над этой Сурой, то им было бы достаточно ее. Дорогие мои братья и сестры, но уважаемые единоверцы, я рад вас приветствовать наилучшим приветствием Ислама в этот благословенный пятничный день, Яумуль Джума. Как говорил наш любимый пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям лучший день, когда восходит солнце, это день. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи тааля оба Да пребудет мир и милость Всевышнего Аллаха в этот благословенный пятничный день над нами. Учитывая сегодня режим самоизоляции, в котором мы все с вами находимся, как никогда становится актуальным Хадис, изречение нашего любимого посланника Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, который сказал следующее. Есть два блага, которые не ценят человек. Это здоровье и свободное время говорится в хадисе, приведенном имамом Бухари. Также посланник Аллаха Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал следующее. «Игтаним хамсен кабля хамс, хаятаке кабля маутик, васихатаке кабля сакамик, вафарагаке кабля шугулик, вашабабаке кабля харамик, кабля факрик». Цените пять вещей, пока не заменят другие их пять. Молодость, пока ее не заменит старость. Здоровье, пока не одолеет болезнь. Богатство, пока не настигнет бедность. Свободное время, пока не придет занятость. И жизнь покуда ее не прервет смерть, говорится в известном хадисе пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Для мусульманина и мусульманки бесполезная трата времени является большим недостатком, который необходимо, безусловно, исправлять. Лень и беспечность усыпляют сердце верующего, подобно гипнозу, Режим самоизоляции и освободившееся от работы время, с одной стороны, представляет нам массу возможностей для саморазвития, чтения священного Курана, чтения книг, совершения дополнительных поклонений и так далее. Но в то же время, я думаю, вы со мной согласитесь, очень сложно себя дисциплинировать, находясь в уютном доме, в окружении своих родных и близких людей. Ведь возникает иллюзия, что времени еще много, еще целый месяц впереди. Завтра начну читать Коран, завтра начну читать какие-то книги, завтра начну поклоняться, завтра начну правильно питаться, откажусь от вредных привычек и так далее. Мы постоянно себе находим разные причины. Многие наверняка замечали, как быстро проходят дни, недели, месяцы и годы в таком самообмане. Но, к сожалению, ничего не меняется. Вроде недавно мы ушли на самоизоляцию, а давайте вспомним, сегодня уже четвертую проповедь мы проводим в онлайн-режиме. Хотел бы напомнить, один из известных праведников, первых поколений Аль-Хасан Аль-Басри, ради Аллаху Ангу, да дарит его Аллах своей милостью, говорил очень важные для нас слова. Этот мир состоит из трех дней. Вчерашний – это тот, что прошел вместе со всем. Что в нем было? Завтрашний день, который, возможно, ты и не увидишь. И, конечно же, сегодняшний день. Вот он принадлежит тебе. Трудись же в нем. Дорогие мои единоверцы, именно начинать необходимо сегодня. Не завтра, не с понедельника, не с началом следующего месяца. Сегодня. А для этого нужно научиться планировать свой день заранее. И обязательно записывать это на бумаге, ставить себе план на день, прочитать столько-то страниц книг, совершить определенное количество поклонений, зикров, прочитать столько-то из священного Кур'ана, заучивать суры или аяты и так далее. И у каждого должен быть свой план, ежедневный план. Ведь самое сложное, как мы знаем, это, конечно же, начать для того, чтобы сдвинуться с мертвой точки, существует очень простой и действенный способ. Психологи выяснили, что для того, чтобы какое-то дело вошло в привычку, необходимо в течение 21 дня дисциплинированно его выполнять. Например, вы хотите приучить себя каждое утро делать зарядку. Для этого нужно в течение 21 дня преодолевая себя, делать ее, бороться со своим навсом, со своим эго. И тогда, безусловно, зарядка войдет в привычку, и вы с легкостью будете приступать к ней. То же самое, когда вы хотите избавиться от вредных привычек. 21 день проявляйте терпение, а дальше уже будет гораздо легче. Это и из особенностей работы нашего мозга. Заключите такой контракт с самим собой, со своим нафсом на 21 день и посмотрите, что из этого выйдет. Благо сейчас есть много у нас с вами времени. И, конечно же, это если мы сделаем определенное намерение, желание и ежедневно будем над этим работать, то поверьте, мы инша-Аллах увидим необходимые нам результаты. Дорогие мои братья и сестры, умение правильно распределять свое время и извлекать из нее выгоду для этого мира и, конечно же, мира вечности Ахара ⁇ это, безусловно, великое благо. И начать правильно распоряжаться им никогда не поздно. Если человек наполнит свое время упорным трудом, оно вернется к нему достижениями и успехов. И потому сподвижники пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, никогда не отстранялись ни от одного полезного дела, которое могли только совершить. Умар ибн Хузейм ибн Сабит рассказывал. «Я слышал, как Умар ибн Аль-Хатта, ради Аллаху ан, разговаривал с моим отцом и спросил его, что мешает тебе засадить свою землю саженцами?» Мой отец ответил, «Я уже очень стар, завтра, наверное, уже умру». Тогда Умар, ради Аллаху Ангу, сказал, «Я настоятельно тебе говорю, ты непременно должен засадить свой участок саженцами». Затем Умар сказал, «Я видел, как Умар собственноручно засаживал эту землю вместе с моим отцом». В хадисе изборников имама Ахмада приводятся слова посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, который сказал. Если кому-то из вас покажет, что завтра наступит конец света, а в его руке будет росток, то пусть он все равно посадит его. Видите, даже если мы знаем, что приближается конец света, все равно необходимо проявить усердие и посадить росток. Послание Всевышнего Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, не просто упоминает здесь росток финиковой пальмы. Ведь от его посадки до первых плодов пройдет не менее 10-15 лет. А значит, человек, возможно, сам и не сможет вкусить эти финики – но результат его усилий будет, безусловно, приносить пользу другим людям. В то же время в этом хадисе есть явное указание на то, чтобы человек, несмотря ни на какие внешние обстоятельства, продолжал делать добрые дела и не опускал руки в отчаянии. Ни в коем случае мусульманину нельзя бездумно и беспечно плыть по течению. Нужно планировать, размышлять созидать во благо своей семьи, общества, государства, в котором он живет, и, конечно же, для мира вечности, Ахара. У каждого дела должно быть свое определенное время. Каждый человек будет горько сожалеть о потраченном зря времени. Сообщается от Абу Гурейры, ради Аллаху Ангу, что посланник Аллаха Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, однажды сказал, Мамин Ахадин Ямуту Илля Надим: Нет такого человека, который умирал бы без сожаления. И после этого сподвижники спросили Его, о чем же он будет сожалеть о посланника Аллаха, и пророк, салляллаху алейхи вассалям, сказал, Инкяна надима ан якуна уа инкяна муси ан надима ан якуна Если человек был благодетелем, делающим добрые дела и поступки, то пожалеет о том, что не сделал еще больше, и наоборот. А если он был грешным, то пожалеет, что не отказался от своих грехов. Вряд ли какое-то дело будет успешным, если человек не научится ценить свое время и время других людей. Любая деятельность нуждается в правильном распоряжении им, от ее начала до конца. А верующему необходимо работать над самим собой дисциплинировать себя в благих и полезных делах для мирской жизни и вечности. Мы молим Всевышнего Аллаха ат-Таля даровать нам время, чтобы мы могли его правильно использовать, чтобы мы могли исправить свои грехи и ошибки, которые вольно или невольно мы совершаем в этом. Мире. Мы молим Всевышнего Аллаха наставить наши сердца и даровать свою милость в обоих мирах. И здесь, говоря о времени, хотел бы вспомнить одну арабскую пословицу. Она звучит следующим образом. Время, оно подобно мечу. Если ты не отрежешь, то он, меч тебя, отрежет. Поэтому, дорогие мои единоверцы, цените время. Цените, пока у нас есть с вами свободное время, и постарайтесь заполнить его как можно больше праведными, добрыми деяниями, поклонением Всевышнему Аллаху Субхану Таля, чтобы мы не сожалели о пустом проведенном времени, чтобы мы могли его заполнить как можно большим количеством добрых и праведных дел. Ибо Всевышний дал нам такую возможность. Он остановил сегодня практически весь этот мир для того, чтобы мы смогли себя дисциплинировать. И это наилучшее время, когда мы можем сделать себя более праведными, более лучшими. И, иншаллах, давайте воспользуемся правильным образом, дарованным нам Всевышним временем. بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم انه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء